Сейчас будет показано изготовление шарика с помощью фасонного резца. Но прежде обдерем с помощью обычных резцов предварительно форму шара. После предварительной обработки шара приступим к выполнению шара с помощью фасонного резца. Вот был изготовлен фасонный резец из одного куска быстрореагирующей стали. Сперва с правой стороны, потом перевернем, будем с левой стороны обрабатывать. Затем резец переворачивается и будем обрабатывать с другой стороны шар. Тщательно отпиливается ножовкой. Вот получился шар. Остается только этот хвостик зачистить.